10 годов для отделения Союза письменников Беларуси такого буйного региона, как Гомельская область, не так шмат, але нават за этот час зроблено немало. До своего юбилея отделение подошло с важким багажом – 230 выдаденных книг, больше как 16 тысяч презентаций из основания международного фестивалю конкурсу «Славянские литературные дожинки». Тем, кто мает дочинение до этих досягнений у громадско-культурном центре, уручили высокие узнагороды и адресовали слово удячности. Конечно, такое объединение необходимо, потому что все-таки опыт уже маститых писателей и поэтов и умение рассказать и объяснить, допустим, какие-то тонкости вот этого написания строк стихотворных или прозаических, конечно, необходимо. И никогда не помешает поучиться уже у тех, кто успел написать тысячи, миллионы строк, которые затронули тонкие нити, тонкие струны человеческих душ. Для вытоков зараджения Гомельского областного отделения Союза письменников Беларуси стоял Михась Болсум. За это годы с-под его пера вышли 4 книги. Это поэзия и документалистика. Его праца отзначена на шматликих литературных конкурсах у Беларуси и за мяжой. У гэты ж день он отримал юбилейный нагрудный знак и звание гоноровый член Союза письменников Беларуси. Менавіта вот за гэты час я познайомився ближей с многими литераторами нашей Гомельщины. Проведено шмат литературных встреч у школах, у библиотеках, университетах. Вот. И это дает некую такую подпитку житевую и литературную. На сегодня у родах областного отделения полсотни человек. Налажено сотрудничество с 6 литературными организациями славянских краин. Наступный ж год для отделения пройдет под знаком 95-годия с дня народжения белорусского драматурга и сценариста, нурадженца Гомельской области Андрея Макаенко. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышченко. Телерадиокомпания «Гомель».